Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кунанова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн, и сегодня мы с вами поговорим о программе Фаберлик Клуб. Что же это за программа? Это такая программа, которая как бы идет накопительная, да? Если мы почитаем правила программы, то эти правила программы гласят о том, что мы делаем заказы ежекаталожно и можем забирать подарки. То есть, к примеру, компания Фаберлик нам предлагает, если мы делаем свой первый заказ, то нам положена не только акция новичка, которую мы будем забирать в следующем каталоге, нам еще и положены бонусы по программе Фаберлик Клуб и скидка 20%. Согласитесь, что у нас выгоднее, чем в магазине покупать. И, конечно же, так как компания имеет собственный завод и выпускает продукцию по всем ГОСТам и СанПинам, то у нас еще и безопасно покупать. Косметика для дома есть 0+, есть одежда и все такое. Вот перед нами с вами накопительная программа Фаберлик Клуб. Это отдельная программа, она живет сама по себе, она не зависит от VIP-программы, от программы для новых консультантов, да, где идет акция новичка. Она такая самостоятельная. Единственное, что нам нужно знать, что каждый бонус равен 1 баллу личного объема. Вот, например, в прошлом каталоге я сделала заказ на 34 балла, и мне начислилось 34 бонуса. Главное правило – оформлять заказы и оплачивать до конца каталога ежекаталожно. Если в этом каталоге я не хочу забирать бонусы, и я не сделаю заказ, то есть я эти бонусы могла бы накопить, то они у меня сгорят. Но если я сделаю заказ и оплачу до конца каталога, я могу забрать много-много подарков, помимо скидки 20%. Итак, давайте же с вами посмотрим. Ну, давайте мы с вами зайдем в раздел «Продукцию» и, к примеру, возьмем, ну, какую-нибудь там мужскую курточку, да, выберем курточку для мужа, к примеру. Да, вот мужчина. А у нас с вами, да, одежда есть, и тут и нижнее белье, и домашнее, и плавки, и парфюмерия. Широкий ассортимент. И возьмем, к примеру, пиджак. Да, пиджак для мужчины. И можно идти в корзину, смотреть, где можно взять программу по программе Фаберлик Клуб. Обратите внимание, по цене каталога он 4000 стоит, а наша же цена 3300. То есть скидка 20% сработала, и мы ее видим. Далее нажимаем «Оформить заказ». Переходим с вами в корзинку. Проверяем, все ли мы добавили. Может, нам нужен порошок или нам нужно средство для снятия лака, да, что-нибудь. И если нам ничего не нужно, мы с вами попадаем в раздел промо-акции. Вот в этом вот как раз разделе промо-акции у нас с вами есть много различных разделов, да. Смотрите, не забудьте купить каталог. Это ваше право, если вы продаете и хорошо зарабатываете на продажах, пожалуйста. Также есть акции каталога, акции консультанта, акции распродаж, вспомогательные акции, акция Фаберлик Клуб. Вот эту акцию именно нам и надо. Мы ее открываем и смотрим в списке товаров, нажимаем «Выбрать». То есть мы с вами эту программу можем копить, но для этого нам нужно обязательно ежекаталожно делать заказы. Я вам скажу, что я забрала халаты, 3 банных полотенца за 1800 бонусов. То есть я копила очень долго. Я 18 каталогов подряд делала по 100 бонусов и купила отличнейшего качества натуральный, плотный, шикарный белоснежный халат. 100% хлопок. Итак, смотрим. У нас 34 бонуса. Я могу взять или какой-то подороже подарочек, да, себе, какой-то один, да, вот, как вы видите, выбор подарков за 35 бонусов шикарный. Или я могу, допустим, взять за 15 бонусов 2 подарка. Или я могу взять один за 15, другой за 20. Или я могу, допустим, набрать масок для лица. И у нас с вами получится, давайте посчитаем, да, 34 балла мы поделим на 5 бонусов. Получается 6 масок. То есть через день, да, в каталоге, да, через день делать масочки для лица, какие нам захочется. То есть таким вот образом
к примеру, я выберу маску патч для кожи век, я себе могу выбрать крем-сорбент для тела малины и белый шоколад, да, к примеру. И, конечно же, наверное, все, да, 34 бонуса, да, все. Сейчас, после того, как я все это выбрала, да, то есть вы можете все это посмотреть, где это искать, да, мы нажимаем «Выбрать», и нужно обязательно отказаться от каталогов. Это очень важно. Если вы не откажетесь от каталогов, они к вам прилипнут. Вот, в разделе «Вспомогательные акции» нужно отказаться от всех каталогов, если они вам не нужны. Отказываемся. Нажимаем «Применить изменения». Да, и вот она. Смотрим накладную. И вот они, наши подарочки. Маска патч и крем-сорбент для тела. В следующем каталоге мне начислится 24 бонуса, которые я куда захочу потрачу или буду копить. Нажимаем «Продолжить оформление заказа». И нажимаем «Утвердить заказ». Все, заказ сделан. И мы забрали с вами, как вы видите, два подарка. Вот таким вот образом забираются подарочки. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Забирайте подарки, копите их. И самое главное, чтобы они у вас не сгорели. И знайте одно единственное правило, что заказы делаются только... Бонусы не сгорают, если вы делаете ежекаталожный заказ. Если вы не хотите, чтобы ваша программа Faberlic Club сгорала, нужно делать заказы ежекаталожно. А если вы не хотите делать заказ на следующий, к примеру, каталог, то заберите все бонусы максимально, чтобы ваши подарки не сгорели. Ну, я думаю, будет обидно, если вы об этом не знаете. Сейчас вы это знаете, если вы внимательно отнеслись к тому письму, которое к вам пришло на почту. Желаю вам удачи! Спасибо.